nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind. Be anyone, do anything I ever wanna try. Time doesn't exist here. Slip into a world where I am, I breathe is mine. Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind. Рекомендовались себя как хорошую стабильную команду, но сегодня, к сожалению, проиграли. Да, что не получилось сегодня по игре? Большие перемены в составе, конечно. Много игроков не хватает, еще не сыгрались, никто не поймет, на какой позиции держаться. Ну, как всегда, много криков, лишней болтовни, потеря своего места. Судья тоже, если честно, подкачал то, что он стоит с краю, даже не видит, что на другом фланге происходит, а там по ногам бьет. Как-то так. Будем стараться. Тренировки. И как соперника оцените вообще? Хорошо. Очень хорошо. Скоростная команда, техничная. Выделил там Хасан, 10 номер. Хорошо, в принципе, отбивался. И второй, по-моему, гол, и третий забил красиво. Ну, надеемся, во втором круге ответим хорошо. Хорошо, желаю вам укомплектовать состав и не отчаиваться. Капитан Ферентина, Али Хасан. Подави Хасан. Не стесняйтесь. Сегодня поздравляю с победой. Ваши супер барабаны сегодня нашаманили победу. Наши фанаты, да, супер. Здорово очень, классно смотрится. Как сегодня игра складывалась? Я думаю, игра была хорошая. Мы сегодня вообще отлично сыграли, мы заслужили игру. 4 гола забили, пропустили 1 гол. Я думал, мы заслужили сегодня победу. Сегодня все получалось у вас или были какие-то... У нас сегодня все получилось. Защита, центр, все получилось прямо как мы рассчитывали. Мы настроились на победу и получили. Отлично. И как к сопернику относитесь? Соперник, я думал, он очень хороший. Он на первом месте был. Не знаю, еще он до сих пор, наверное. Но мы будем настроиться на другую игру и... В следующий раз тоже, думаю, так сыграем. Я точно не думал. Хорошо, поздравляю с победой.